В Байкальском государственном университете прошли первые профессиональные пробы. В рамках проекта по ранее профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Сегодня состоялась профессиональная проба по компетенции предпринимательства, которая впервые в нашем регионе прошла в очном формате. В профпробе приняли участие учащиеся 9-10 классов МБОУ гимназия номер 1 города Усолья Сибирская. Наши ученики получили возможность понять, что же такое предпринимательство, в чем суть этого направления, этой компетенции. Они смогли рассмотреть, из чего складывается весь этот процесс. И в рамках практической части отработали тему формирования бюджета проекта. Ребята предложили свой проект, и мы рассчитали необходимые инвестиции, рассчитали доходы, расходы, составили план в виде бюджета доходов и расходов, что позволило ребятам погрузиться в профессию предпринимателя и укрепиться в их представлении о том, насколько эта деятельность может быть для них интересна и какими знаниями, умениями и навыками необходимо обладать для того, чтобы быть эффективным предпринимателем. Мне очень понравилась сегодняшняя лекция. Меня заинтересовало предпринимательство. Мне понравилось вычислять бюджет расходов и доходов. Сегодня ребята, занимаясь по теме предпринимательства, получили уникальную возможность попробовать себя в роли практика. Поэтому ребята имели возможность реально просчитать прибыль организации, предприятия, которое возможно создать было бы. И те вещи, с которыми столкнется предприниматель, организуя новое дело. Ну и самое главное, те процессы, которые предшествуют вообще созданию бизнеса в целом. Это оригинальная идея, неповторимая идея, формирование команды, ну и так далее. Сегодня мы много говорим о теории того или иного явления. А вот возможность попробовать себя в деле, да еще под руководством преподавателей Байкальского университета, профессионалов, специалистов в своей области, конечно, имеет совершенно другой результат. Нам, как педагогам, отрадно видеть радостные лица ребят, которые удовлетворены работой, которые планируют дальше себя развивать и формировать эти компетенции. Уже на практике надеемся, что среди наших гимназистов будут успешные предприниматели. Лекция очень понравилась, все было довольно интересно, и полтора часа проведенные довольно занимательны. Я ни капельки не пожалела, что провела это время. Байкальский государственный университет уделяет большое внимание профориентационной работе, особенно тем ее форматам, которые позволяют ребятам почувствовать профессию изнутри. Это и профессиональные пробы, и лектории, и встречи с нашими выпускниками. Университет является ассоциированным партнером Союза «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. И мы с большим удовольствием присоединились к их новому проекту «Билет в будущее». Сейчас мы предлагаем ребятам познакомиться с четырьмя компетенциями в рамках данного проекта. Это интернет-маркетинг, администрирование отеля, рекрутинг и предпринимательство. Формат проекта «Билет в будущее» позволяет сформировать прикладные умения и навыки. И мы рады развивать это направление у себя в университете. Мы очень благодарны Байкальскому государственному университету за возможность сотрудничать в реализации национального проекта образования. И в частности, проекта, который реализуется на территории Иркутской области «Билет в будущее». Мы считаем, что это необходимый проект для того, чтобы у ребят, у наших старшеклассников формировались компетенции и умения будущего.